Всем привет! Вы на канале Мир Конструкторов, и сегодняшний выпуск будет посвящен... И журнал этот не из серии Лего Бэтмен, как я обещал в прошлом выпуске. К сожалению, заявлен на 24 апреля, он не вышел. А это журнал из серии Лего Сити. Как ни странно, выпуск уже номер 2. Как-то я пропустил, хоть мне и нравится эта серия. Ну что ж, купим первый выпуск, сделаем тоже небольшой обзорчик. А сегодня рассмотрим выпуск по циферкой 2. Всего заявлено в 2017 году 4 таких выпуска. Первый был конец января, начало февраля. И когда я пошел смотреть в палатку выпуск второй по Бэтмену, я увидел выпуск второй, но по Лего Сити. Что ж, давайте быстрее распакуем его, посмотрим, что внутри, какая мини-фигурка нас ждет. Заявлен тоже, скорее всего, в основном комикс. Так, это сам журнал. А это пакетик с мини-фигуркой. 5+, Limited Edition. В этом журнале в первом выпуске было две мини-фигурки, а здесь уже одна мини-фигурка. Строители плюс инструменты. То есть вот тачка, лопата, метла, кирка и отбойник. Также вот у него есть наушники на голове. Так, масштаб 1:1. Это отбойник. Ну что ж, открываем, смотрим мини-фигурку. Эти, как всегда, то, что аксессуары положили, это хорошо. В Лего не бывает много лишних аксессуаров. Так, хорошо запечатан пакетик. Так, высыпаем. Голова укатилась. Так, сейчас мы его быстренько... О, здесь даже есть стена. Кусок стены, наверное, который ломает. Так, так, голова. Тележка его. О, здесь уже наушники, они... А, они уже одеты даже. Прикольно, я думал, придется самому одевать. Каска. Так, вот такая мини-фигурка. Принт спереди, на ногах ничего нету. Соответственно, ну, так как это Лего Сити, принт на лице только один. Ну, и есть вот такой вот принт сзади со светоотражающими полосками. Прикольно, да, вот на свете, когда играет. Так, также у него есть тележка. Она же тачка. Сейчас все соберем. Да, вот мне нравится Лего Сити своими аксессуарами. Вот такая вот тележечка. Небольшой кусок стены, который он, скорее всего, ломает отбойным молотком. Мне такие детальки, да, очень пригодятся в Лего. Вот так она выглядит, когда если что-то другое собираете. Ну и три его аксессуара. Метла. Ну, обычно стандартная все леговская. Лопата. Так, 4 аксессуара. Вот еще отбойный молоток. Потом кирка. И вот такой вот отбойный молоток строительный. Ну, самая интересная часть журнала, я думаю, закончилась. Но журнальчик мы тоже не оставим стороной. И пройдемся по нему, посмотрим, что мы здесь видим. Осторожно, строительная площадка. Новинка 6+. Суперпризы, как всегда, в Лего-журналах конкурсы есть на выигранный набор. Два постера и комикс. Ну что, давайте посмотрим, как в Лего-Бэтмене все в комиксе, или здесь больше уже заданий, всяких загадок. Так, смотрим жизнь в Лего. Ну, здесь, я так понимаю, реклама наборов идет этого года. Ну, здесь небольшое содержание. Так, сразу переворачиваем страницу и видим уже очередной комикс. Здесь комикс, как и в Бэтмене, сделан по лего-наборам состоящим. Это старый, кстати, лего-набор 2016 года, если не 15 даже. Так, здесь у нас что мы видим? Какой-то строитель. Ну, здесь уже идут всякие задания. Тест вот. Комикс, скорее всего, будет поменьше. Пропавший цвет разукрасить надо. Продолжение комикса. Нет, смотрите, много. Нравится мне вот строитель, надо побольше наборчиков купить, обзоры сделать. Найди дорогу. Так, здесь вот два постера будет. Один такой. И здесь, как всегда, здесь у них разыскивается преступник. Во всех еще, наверное, с 90-х годов, или да, где-то с середины 90-х у них. Даже в Лего-каталогах всегда преступников, они в Лего-Сити разыскивали.
Суперхаус, опять задание. Ну, интересно, да, и комикс есть, и побольше заданий. Да, заданий много. По сравнению с Бэтменом, он это новый наборчик уже. Ну, этого года не новый уже, конечно, но начало этого года. Вот, опять рекламка небольшая. Лего Сити. Комикс, задание. Прям в перемешку. Прикольно идет. И немного комикс со странички, странички заданий. Так, ну, мы уже подошли к концу. Скажи, что ты думаешь, и выиграй приз. Разыгрывается один такой набор, два таких и два таких. И, соответственно, заполняете форму, отправляете. Все, вот адрес написан. И, возможно, выиграете какой-то из этих наборчиков. Так, о, господи, даже водолаза сюда запихали. Но это уж совсем старая, старая, на старая серия из Лего Сити уже, я не знаю, такие даже, по-моему, не продаются. А, все, это твоя игра, это водолаз будет плюс акула в следующем выпуске. Такую тоже надо будет купить, акула и водолаз, да, лишним не будет в коллекции. Ну и здесь такой тоже небольшой плакатик с этой стороны и с этой. Ну что ж, такой спонтанный обзор получился. Хотел Лего Бэтмена купить. Он еще в продаже не появился. Зато открыл для себя журнал Лего Сити. Мне эта серия очень нравится, именно Сити, своими мини-фигурками и аксессуарами для них. Ну что ж, кому понравился, обязательно ставьте лайк. Кому не понравился, дизлайк. В общем, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте. Обязательно подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Пока.